Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале «Семья на чемоданах». Мы, естественно, в полном составе приглашаем вас в очень интересный выпуск с Пхукета. Наконец-то наша мечта сбылась, мы добрались, планировали еще в 2019 году, но не получилось, поэтому сегодня мы сделаем интересный обзор клевых апартаментов, где мы живем, ребятки. Покажем, что вообще здесь есть. Посмотрим комплекс. Покупаемся в бассейнах. Сходим на пляжики. Вообще, ребятки, сегодня выпуск будет очень мощный. Обязательно поставьте лайки. Не забудьте подписаться и написать комментарии. Нам очень важна ваша поддержка. Погнали в новый выпуск. Утро начинается с приготовления кофейка, наконец-то кофемашина, это очень хорошо. И овсяная каша с вкусными бананами. Ну и конечно, какой вид, а? До пляжа нам идти буквально там пару минут, я уже говорил, да, поэтому просто берем колясочку и пойдем. А еще я вот вчера думал за парковку, а оказывается, смотрите, вот это вот здание трехэтажное, это паркинг. Ну вот пришли мы сейчас буквально 15 минут 11, и вот по местам парковки, да, можно заметить, что здесь достаточно свободно. Место вообще огромное количество, паркуйся, не хочу, это, конечно, очень хорошо. Но мы столько проехали в тачке, что сейчас в машину садиться вообще неохота, хочется все-таки ноги размять как следует. Ну, добро пожаловать, ребятки, на пляж Сурин Бич. Вот сейчас денечек, да, утречко, и людей это вообще минимум. Мне, конечно, очень... эта история нравится, потому что я думал, что здесь будет гораздо больше людей, а нет. И, кстати, здесь пляж такой, знаете, похож на Унавуатуну. Такой резкий, знаете, спуск вниз. Ладно, пойдем сейчас попробуем водиться. О, Родик уже с доской там. Молодец. Но цвет воды прекрасный, да, спору нет, конечно. Потрясающе, вода. Вау. Красота. Ой, какая волна идет. Родик, вот она волна. Ложись скорей. Ой-ой-ой. Охренеть, меня чуть не сбило. Ой, слив. Ух, как здесь. Ой-ой-ой. Ну все, ребята, это хана. Ух. А откуда такие волны-то взялись? В общем, Родик так побежал. Говорит, нафиг надо. Вот это да. Вот эта волна. Ну смотрите, как, смотрите размер волны. Смотрите. Смотрите. Офигеть можно. Ух. Ой-ой-ой, Мирошка, беги. Жестко. Сейчас вот волна придет, ложись на нее, Настена. Ой, Мирошка доволен. Вот это здесь волна, конечно, подкатывает к берегу. Вот сейчас тормознулись, но были, сами видели. Сейчас вот их нету. Комфортно. Как вам установочки, ребятки? Пишите в комментариях. Ну, здорово, конечно. Я сейчас хочу вас познакомить с человеком, у которого в этом жилом комплексе, в гостиничном комплексе, есть несколько... квартир, в одной из которых мы живем. Ну, то есть это про то, что если выберете вот эту локацию здесь отдохнуть, либо пожить, есть даже выбор. На самом деле очень хорошо, когда путешествуешь и есть контакты проверенного жилья. Согласны? А что если отправляешься в путешествие и таких контактов нет? В неизвестные города. Здесь на помощь приходит Отелло. Сервис бронирования жилья от проверенного бренда. Часть экосистемы Сбера базируется на картах Тугис. В Отелло интегрированы отзывы реальных постояльцев отелей и гостиниц сервиса. В Отелло есть уникальные скидки, которые не представлены в других сервисах. Есть сразу два варианта промокода на скидку. Можно выбрать максимально выгодный. Все промокоды суммируются с акциями и скидками сервиса. За первое бронирование вы получаете 10% бонусами спасибо. За второе бронирование получаете 5% бонусами. Тратить их можно у партнеров Сбера. Один бонус, один рубль. А еще лично мне нравится функция подарочный сертификат. Если вы думаете, что подарить своему близкому человеку, то почему бы не сделать интересный подарок в виде сертификата в какой-нибудь классный отель. Номинал от 500 до 10 тысяч рублей. А еще для ваших крутых путешествий я оставляю целых два промокода, которые дадут вам аж целых две скидки.
Первый промокод даст скидку 10% на первое бронирование без максимальной суммы скидки. Второе вам даст 15% на первое бронирование. Максимальная сумма скидки 1000 рублей. Всю информацию я оставлю там в описании к этому видеоролику. Переходите, бронируйте классные отели со скидочкой и, самое главное, путешествуйте. Вячеслав. Юрий. Так, расскажите, пожалуйста, вкратце о себе, что у вас здесь, чтобы нашим зрителям было понятно, куда они приедут. Да, здравствуйте еще раз. В общем, это Мида Гранд Резорт, жилищный комплекс, но с отелем на территории. Ага. У отеля собственных номеров нет, они арендуют их у собственников, но не все собственники сдали их в аренду отеля. Ага. И у нас тут тоже есть определенное количество нашей семьи, которые мы сдаем самостоятельно. Ну, как я сказал ранее, если человек обращается к вам, есть выбор. Да, у нас есть выбор. И двухкомнатные, двухспальные апартаменты, и односпальные апартаменты. Одни из лучших, с видом на море, вот. С высокими этажами. Как у нас. Да, совершенно верно. Пойдемте немного покажу территорию. Сразу небольшая экскурсия. Это спортзал строения 4, маленький. На тот случай, если вы заскучали. В отпуске. Да. А, кстати, в основном приезжают в отпуск или на долгосрок? И так, и так. В разное время года по-разному. Ага. В январе, скажем так, сезон, это большой отпуск. Январь, февраль, март. А другие месяца это уже долгосроки. Также прямо в этом корпусе есть сауна. Если жара не устраивает, конечно, можно зайти в сауну и попариться. О, никого нет. Я вообще тоже этого не понимал, но сауна в Таиланде это так же актуально, как и сауна в Сибири. Но на самом деле мы паримся уже на улице, потому что 35, зима закончилась. Здесь небольшая игровая комната. Для детей что очень важно, если у вас детки, можно оставить. Да, дети играются с ними, так далее. Ну, есть. Вот, немножко, наверное, дети игрались. А, то есть она открыта, без воспитателя, да? Да. В каждом корпусе вообще есть своя инфраструктура и бонус. Если вы арендуете здесь жилье, то вы можете пользоваться любой инфраструктурой любого корпуса. Мне кажется, это очень замечательно. Это у нас одно из самых, одних любимых мест. Девушек, притяжение Инстаграма. Притяжение Инстаграма, они очень любят фотографировать. Здесь разных можно вот с этого ракурса, да, красиво. С того ракурса вот фотографировать. А вот этой штуки с нашего балкона не видно, поэтому супер, что мы сейчас прогуливаемся по всей территории. Детская площадка, и сразу можно нырять в бассейн. Мне кажется, мои дети сейчас это оценят. Мы нашли еще одну инсталокацию. Да, инсталокацию. Обязательно для наших гостей оставлю карту с инсталокациями комплекса, чтобы можно было фотографироваться. Эту карту можно будет у вас запросить, написав вам куда? Да, напишите мне либо Инстаграм, либо Телеграм-канал. Ссылочка будет с контактами там в описании. Заселить, все, сразу все готово, куда сходить, как лепесток взять, как зайти. Супер. Тот был малый спортзал, а это уже большой спортзал. Ключи. Ага. И вот, тут еще второй этаж получился. Здесь, если вы занимаетесь там йогой, гимнастикой, пожалуйста, на втором этаже. Ага. Здесь другой набор тренажеров. Ага. Для любителей удаленных профессий, либо какого-то онлайн-бизнеса, смотрите, какой потрясающий коворкинг. Еще есть профессиональный свет. Это важно. Гляньте, как, с каким видом можно работать. Супер. Дети в бассейне, вы работаете. Это еще дополнительная игровая. Вот, пожалуйста, смотрите здесь. О. Тут сейчас не видно, но в целом... Ну, как после детей все. Идеальный порядок. А сейчас мы попадаем просто в изюминку этого комплекса. Посмотрите, какая красота. Да, здесь очень красиво. Это строение 7. Крыша. Открытый бассейн. Посмотрите, какой вид. Обалдеть. И вот здесь вот можно плавать спокойно. Гляньте, с каким видом. Занимать любое место, лежачок. Ой, класс.
Так все выглядит сверху. Да. Это строение 1. То есть в каждом корпусе есть свой бассейн. А там это просто челзона какая-то, да? Просто кафе. Вечером там вообще особая атмосфера. Так, этот пляж как называется? Это Бангтао. Бангтао, Сурин. Сурин. Вот. Здесь очень красивые закаты. А вот про что мы и говорили, вот, собственно, вот они корпуса, и везде бассейны. Супер. Это вот наш корпус, где мы живем. Посередине. А, посередине. А, ну да-да. Класс. Мы стояли вот здесь. Теперь, видите, чуть ниже, это пятое строение. Ага. Тоже бассейн. Смотрите, с каким роскошным видом. Площадка для закатов. Да, это специальная площадка для закатов. Супер. Вот такой вот комплекс. Класс. Мы сейчас находимся уже на крыше, вот где, собственно, мы живем. И хочу сказать, что вот получается, если вы забронируете жилье через нас, вам не только вот будет квартира, да, с потрясающими видами и так далее, так еще и если вам будет нужно. Я вам предоставлю контакты проверенных ребят по экскурсиям, по аренде авто и мото. И там консьерж сервис. Вот, это на самом деле на Пхукете очень важно, потому что вот мы сами вот смотрим, гадаем экскурсии. Цены, во-первых, туда-сюда скачут, а во-вторых, неизвестно, как они там организовывают. А вот здесь будет конкретно от проверенных ребят. Ну, а контакты все я оставлю, скажем так, в описании. Да, мы пользовались услугами, есть позитивные отзывы, mm-hmm. и эти контакты мы дадим. А сейчас мы еще сходим в номер. В квартиру, получается, которая побольше. Два плюс один, она, да? Два бедрум. Два бедрум. Пойдемте, сходим. Ага. Одну я покажу большую, one bedroom, угу. А вторую two bedroom. Хорошо? О, погнали. Так, это один bedroom. Да. Все плюс-минус, как у нас. Только чуть больше, комната чуть больше. Ага. Большая кровать, диван раскладной, плюс есть детская кроватка. А детскую кроватку вы, в принципе, можете предоставить в любой номер, куда заселятся люди, да, правильно? Да. Вот. Это, кстати, важная такая деталь. И ванная комната. Здесь, кстати, супер, мы уже это говорили, когда заезжали вот в свою квартирку, что здесь очень большие ванные комнаты. Ну и самое, конечно, козырное, это просто потрясающие виды. Посмотрите. Гляньте, что творится. Что здесь происходит? Здесь можно прямо стоять на балконе, закат встречать. Вот это да. Вот здесь уже вот этот бассейн виден с детскими горками. Ну, очень здорово. И, кстати, очень важно, ну, нам, например, это очень важно, так как мы много переезжаем, много меняем мест жительства. Очень важно, когда вот бесконтактное заселение происходит, неважно, во сколько ты приезжаешь, нет никаких рамок. Ну, для выезда, понятно, да. То есть ты пришел, ключи взял и ушел. Ключи в секретном месте. Вы можете в любое время прилететь и заселиться. Ну, главное, чтобы у нас было понятно, да, что заселение сегодня, значит, сегодня, да. Заселение завтра. Ну, это, естественно, все происходит после брони, понятное дело, это естественно. Это мы попадаем в двухкомнатные уже апартаменты. Здесь нас встречает прихожка, шкафчики. Так, и кухня. Так, ага, здесь сразу туалет. О, здесь сразу комната. Здесь комната с односпальной кроватью. Есть у нас и другие с двухспальной кроватью. И дальше мы попадаем отдельно в умывальник. Две ванны. А, тут две ванны. Да. О, так, стиралочка. Барчик такой интересный, гостиная, соединенная, все это дело с видом, смотрите, хоп, на бассейн. И на море. Ага, так, вот отсюда же вид на море, еще одна комната с двумя кроватями. Так, и здесь еще собственная ванная комната с туалетом. Да. Вот это, да, вот это такие объемы, прям потрясающие. Ну и, конечно, в каждой комнате кондиционер, а это вот основной балкон, уже как раз с видом, видите, на море. Здесь можешь сидеть и провожать закаты.
давно планировал сделать инстаграм-страницу отдельно для нашего комплекса. Нашелся повод. Нашелся повод хороший, сделаю приветственный пост, и после приветственного поста сделаю ваше видео, которое вы сняли первым. Супер. В общем, друзья мои, контакты мы оставим в описании. Переходите, подписывайтесь на инсту. Телеграм-канал будет, да? Телеграм-канал, да. Списывайтесь, узнавайте про даты. Можно приехать на короткий срок, можно арендовать квартиру на год, правильно? Можно арендовать на год и на несколько лет, да. Вот. Комплекс шикарен. Раз пляж, два пляж, инфраструктуру уже вам показали. Поэтому пользуйтесь всегда нашими рекомендациями. Сами проверяем и с вами делимся. Хорошо. Спасибо. Счастливо. Буду рад. До встречи. Посмотри наверх. Ой, да. Валим, валим, валим. Давай, Мироша. Воу. Ну все, поплыли, поплыли лягушата с прекрасным видом. Гляньте, как клево. Это просто панорамный, шикарный вид. Вон там Мирошка болтыхается. Ой, Мироша, дай. Все, понеслась. Давай, Мироша, вот так вот. Серьезно, Лего Дупла? О, красота. Все, мы можем садиться с тобой, залипать здесь, пока дети играют. Видите, как здорово. С этого прекрасного пляжа на Пхукете мы передаем привет нашим прекрасным зрительницам Даша и Оксана. Привет, девчонки! Нашли мы здесь, рядом с домом, автомат. Тяжело было найти. Спасибо, что хозяин квартиры подсказал локацию. Но смысл в том, что в Хуахине, например, мы набирали 15 литров за 12 бат. Здесь я даже 10 не набрал, у меня уже ушло 25 бат. Представляете? Коротко о ценах на Пхукете. Пробки на Пхукете, конечно, конкретный. Трафик очень плотный. Вот мы стоим в красноте. А собрались мы, выехали на очень интересный пляж. Я думаю, что каждый, кто приезжает на Пхукет, должен туда съездить. Это вот такие места, где садятся самолеты. Сейчас доедем, все посмотрим. Так, самое интересное, что попасть сюда не так-то просто. Мы вот уперлись, видите, в отель. Вот ребята тоже упираются в отель, и вот он их разворачивает. А в нашем телеграм-канале я уже оставлю точную локацию, как туда проехать. Так что, ребятки, обязательно подпишитесь. Вот мы и на месте, уже припарковались. Здесь такая прикольная парковка, она, видите, огорожена не забором никаким, а бамбуковым.
Вот те ребята, которые тоже подъехали и уперлись не туда. Везде на Пхукете, возле берега, вот такие вот таблички, что опасность цунами и куда нужно бежать, в какую сторону и сколько метров. Вот они, видите, на пляже установлены. На байках приезжать сюда гораздо интереснее, потому что вот они могут прям сюда подъехать, прям в упор к берегу. Ну и сейчас вот здесь уже будем встречать эти самолеты. Сюда вот привозят экскурсии, видите, на таких типа а-ля не до тук-туках. Вот везут, видимо, туда, где прям будут пролетать самолеты. Смотри, смотри, самолетик, Мироша. Посмотрите, мы вышли на пляж и сразу видим, как первый самолет заходит на посадку. Но мне кажется, вот, видите, люди, там такое большое сборище. Вот именно туда нам надо. Но я думаю, что лучше вот отсюда сводиться, где меньше людей. Ну что, встречаем первый самолет. Не-не, потеньку сейчас пойдем, не надо по солнцу. Да, я хотел. Уа. Мирошка, смотри скорей. Ну вот. Ой, красавец. Ой-ой-ой. Да, нам надо чуть-чуть еще пройти, буквально полкилометра. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как низко-то! Классно. Отсюда смотреть фигня, пошлите-ка срочно дальше. Хорошо, что идешь по скверу с тенечком, поэтому жара так не ощущается. Здесь вон видите, сколько людей, все ждут следующий самолет. Тут пока шли, ни одного самолета, кстати, не было. Все, садись, Тенек, Мироша. Мы, кстати, много читали в интернете о том, что здесь пляж грязный. А вот по факту мы пришли, ну вот, сейчас здесь нормально. Нет никакой грязи и пляж вот чистый. Ждем следующий самолет, можно пока окунуться. Welcome. Пляж пустой на самом деле. Вот здесь только вот где люди. Потому что здесь самая вот локация, где вот прям над нами будет садиться самолет. Ну что, ребятки, вы готовы? Посмотрите, у нас приближается самолет. Вот она, точка в небе. Надеюсь, сейчас у нас получится сделать классные фоточки, которые вы сможете посмотреть в нашем, естественно, телеграм-канале. Ну вот он летит, все люди выходят, готовятся, берут всякие фотики туда-сюда. Сейчас посмотрим. Надеюсь, это правильная локация. Людей много, да. Короче, это снова не та локация. Идем дальше. Ну вот теперь мы точно дошли. Вот он, знаменитый забор. Вот сюда вот и садятся самолеты. Сейчас ждем. Я думаю, у нас получится сделать какой-то действительно интересный кадр. А то что мы приехали-то? Да? Так, у нас летит ласточка, ребятки. Во. Так. Ждем буквально несколько секунд, и у нас это случится. Сейчас вставай, вставай, шикарный кадр сейчас, давай. Стоит все хорошо, стоит все хорошо. Не-не, рано, 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 рано. Пошла жара. Вот это бомба! На, смотри фотки. Давай, Настенка, ну-ка, зацени. Так, не зашел. Да. Надо было в другую сторону. Да что ты мне не подсказал-то, чтобы я стала в другую сторону? Да чтобы самолетом. Ну, сейчас еще один. Сейчас постараемся получше поймать, а пока перерыв, купаться. Ну, вообще, я и самолет в разных частях света, называется. Не надо бежать туда в море, ребятки. Тут рядом с берегом. Очень глубоко сразу. Что-то мне подсказывает, что вот отсюда с горки будет
лучший эффект. А есть вот табличка, видите, что если подойти, то может просто сдуть человека. Но мне кажется, что следующий самолет нужно ловить именно с горки, вот отсюда прям. Сейчас будем наблюдать взлет сингапурских авиалиний. Ой-ой-ой-ой-ой, какой от него ветер пошел, и у девушки он кепку сразу сдуло. Настена, самолет летит! Подходи, отходи! Встаньте скорее к маме! Ждем на папу все! Ждем, 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 ждем! Все, вставайте! Следующий кадр хочу прям с горы поймать. Давай, Тём, только надо держаться. Фух. Надеюсь, сейчас получится. Тёмка, иди ко мне. Летит, летит, красавец. Сейчас мы с парнями. Да. Идите ко мне поближе, идите. Пацаны хотят смотреть. Мы не можем отвернуться. Да, это вообще невероятно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что творится? Ой-ой-ой, Тёма, держись, Тём! Ни хрена себе! Меня аж от ветра шатнуло, прикиньте. Мы столько сделали классных, ребята, фотографий вообще из пляжа, из горки. Столько испытали кайф от этого ветра, когда самолеты взлетают, когда все вещи начинают просто разлетаться. Это невероятно. И вот сейчас взлетает огромный самолет, не знаю, как он называется. Но здесь парни стояли, говорят, сейчас вообще всех сдует. Сейчас посмотрим. Все даже, видите, вышли фотографировать и заснять этот момент. Ну, посмотрим. Сейчас скорость ветра была такая, что песок даже летел. Мирошка закричал, потому что песчинки впиваются прям. Вот-вот-вот-вот-вот-вот, пошел ветер. Давай! Вот! Посмотрите! Смотрите, смотрите, люди все сносят! Смотрите, что творится! Прикиньте! Смотрите, какая буря! Все, все вещи улетели! Наши кроксы просто в море! Вот это жесть! Срочно бежим спасать наши вещи! Смотрите, что творится! Просто жесть! Срочно, 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 поднимай, 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 чужой, чужой, поднимай. Давай. Кобзец, подушка улетела. Вот это ужас. Я же сказал, что нас всех сейчас просто снесет. Вот так и получилось. Вот теперь, ребята, мы видели все. Не зря приехали на этот пляж и запечатлели самые крутые кадры. Вот это да. Я же не могу сообразить. Я затягиваюсь в глубину, а я обалдеть. Обжигало, он уже бьет. Да, он бьет вообще. Ребятки, на этом прекрасном месте будем заканчивать наш выпуск. Как вот этот замечательный самолет, который садится на посадку. Лайки! Пока!